В сети появилась новая порция фотографий нового Renault Duster для России. На этот раз тестовый прототип заметили на полигоне «АвтоВАЗа» в Тольятти, где кроссовер проходит серию испытаний. Снимки, качество которых оставляет желать лучшего, были опубликованы в сообществе «АвтоВАЗ News» ВКонтакте. В публикации сообщается, что Renault Duster тестируют на полигоне «АвтоВАЗа» из-за того, что московский завод «Renault Россия», где наладят выпуск новинки, не располагает такими ресурсами. На территории тольяттинского предприятия помимо полигона имеется трек для испытаний и необходимое оборудование. Всего в тестах приняли участие 3 закамуфлированных прототипа разных цветов – оранжевый, белый и серо-зеленый. Под маскировочной пленкой скрыты элементы дизайна, которые были подвергнуты модернизации, квадратные задние фонари, как у недавно обновленной бразильской версии модели, новая передняя оптика и бамперы. АвтоВАЗ News называет Duster обновленным, хотя с большей долей вероятности речь идет о модели второго поколения. Полный перечень изменений рассекретят ближе к запуску производства в России. В Renault подтвердили появление нового Duster в России. Он встанет на конвейер в срок. Фотографий салона российского «Дастера» пока нет, однако уже известно, что он будет оформлен в стиле Renault Arkana. Из других ожидаемых изменений – новые настройки подвески и увеличенный дорожный просвет. Упомянутый бразильский «Дастер» с обновлением обзавелся турбомотором объемом 1,3 литра, который устанавливается и на «Аркану». Этот силовой агрегат прочит и «Дастер» для России. Новинку не в первый раз замечают в России. В начале августа обновленный «Дастер» на московских номерах уже проходил дорожные испытания на одной из загородных трасс. Актуальный Renault Duster доступен на рынке с бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 2 литра мощностью 114 и 143 лошадиные силы соответственно, а также с 1,5-литровым дизелем 109 сил. Привод передний либо полный, коробка передач 5-6-ступенчатая механическая либо 4-диапазонный автомат. Цены варьируются от 840 тысяч до 1 230 000 рублей.